А вот результат ночных заморозков, которые были в Красноярске в минувшие выходные. Сразу несколько крупных аварий. Так, в Березовском районе в ДТП в субботу попали сразу 10 машин. Сильнее всего пострадала легковушка, которая столкнулась с грузовиком. Момент столкновения заснял очевидец. Все произошло на трассе Красноярск-Железногорск. Белую «Тойоту» смяло так, что водителя пришлось доставать спасателям. Он жив, вероятнее всего, потому что скорость была не слишком высокой. Мужчину увезли в больницу. В ГИБДД рассказали, косвенной виной всему стал сильный туман и гололед. Чуть раньше на этом же месте столкнулись еще 4 машины, которые не успели затормозить. Еще одна авария, на этот раз с погибшими, произошла на трассе в Канском районе. Там лоб в лоб столкнулись 7-ка и 9-ка, погибли 4 человека, водители и пассажиры. Ну а накануне вечером на Краснодарской водитель «Субару» не смог совладать с машиной и врезался в бордюр. Едва ли здесь виновен гололед. Пассажир был не пристегнут и вылетел из автомобиля, пока тот крутился по дороге. Сейчас полицейские ищут водителя, который сбежал с места аварии.